Смех, у смеха есть функция снятия значимости, снижения значимости. Вот если есть беда, ты над ней посмеялся, ты ее снизил значимость, ну, значит, уже, ну, в хорошем смысле ты можешь, значит, с ней справиться. Но по большому счету, вот тот юмористическая волна просто, которая нас уже накрывает, это криминальная и юмористическая, вот телевидение, две волны. Пускают, снижение адекватности. То есть не все так здорово. Снижение адекватности. Снижение адекватности. У нас не все так здорово. У нас не все так замечательно. Надо решить сначала одну беду, там, вторую задачу, третью задачу, а потом уже сесть и посмеяться над чем-то добрым. Над чем-то... Надо смеяться так, чтобы было радостно, в полном смысле слова радость, а не такой, знаете, не дурносмешки. В основном это дурносмешки.